У вашего инстаграма уже 765 тысяч подписчиков. Интересно, какой процент аудитории из СНГ и мусульманских стран? I don't know. Я не знаю, но думаю, если разбираться, большинство подписчиков будут мусульмане и россияне. And Russian followers and anybody else. Вы зарабатываете с инстаграма хорошие деньги? No. Нет. Я никаких денег с этого не зарабатываю. Вы с командой Хабиба смотрели бой Усик-Фьюри. За кого болели? Усик. За Усика. Очень конкурентный бой. Один из тех поединков, когда до конца ничего не понятно. Тайсон до финального гонга был в игре. Сначала Усик вел, потом Фьюри прибавил. И только после нокдауна в 9-м раунде бой пошел в сторону Усика. Как Хабиб и Ислам отреагировали, когда Усик в 9-м раунде отправил Фьюри в нокдаун? No, they were very happy. Они были очень счастливы. Я, правда, точно не помню, смотрел ли Ислам с нами, но Хабиб точно был. Хабиб верил в Усика, но когда Фьюри в середине боя начал пробивать Усику корпус, Хабиб такой: «Ой-яй-яй». После боя Хабиб просто сказал, что это был отличный поединок, оба боксера фантастически себя показали. Во время боя мы обсуждали вот это чувство победы, когда тебе поднимают руку. И Хабиб сказал, что скучает по этому чувству. Да что там, мы все, кто были бойцами, скучаем. We as fighters, we miss that feeling, and yes, of course, you miss that feeling. We all do. В прошлом году вероятность возвращения Хабиба составляла 0%. Сейчас, может быть, появился 1%. 0% or 1% maybe. I haven't got anything other than it's still 0%. У меня нет поводов считать, что стало больше 0% эта вероятность. Я вчера видел видео, как он бьет по груше, люди активно репостили его, но мне Хабиб ничего не говорил. Не забывайте такую вещь, Хабиб не ставит меня в курс дела по поводу всего, что он думает или делает. Я исхожу из того, что я видел, что он говорил лично мне. Мне о возвращении он не говорил. By the way, this... А как вам, кстати, его работа на груше? Бьет ли он визуально так же быстро и хлестко, как в годы выступлений? He's bigger, stronger, more muscles. He's got more muscular now. Хабиб стал крупнее, мускулистее, у него по-прежнему сохранились ударные качества. Но он не тренирует ударку, он тренирует грэплинг. Со всеми ребятами в зале он грэплит и всех в этом уничтожает. Его грэплерская форма по-прежнему на феноменальном уровне. И он невероятный тренер, такой же, как и был его отец. Друзья, в этой небольшой паузе хотим рассказать об акции партнера нашего канала. Сегодня для всех новых клиентов доступна беспроигрышная ставка до 3000 рублей. Для участия зарегистрируйся с промокодом SAVE3 и сделай ставку до 3000 рублей. Если ставка не сыграет, наш партнер вернет всю сумму на внутриигровой счет. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, ставьте на своего фаворита и не забывайте про промокод SAVE3. Всем удачи! Заметно, что сейчас Хабиб любит тренерскую работу так сильно, как никогда прежде. Думаю, он любит ее, как и прежде, но чувствует больше ответственности. Чувствует, что должен отдавать знания тем ребятам, которые выросли рядом с ним. Он хочет помочь им реализовать их мечты. И люди забывают, что Хабиб никогда и не говорил, что бросает тренерскую работу. Он говорил, что не будет больше угловым. И он держит слово. Сейчас Ислам будет драться с Дастином, и из того, что я понял, а я думаю, что понял правильно, Хабиба не будет с нами в углу. Я не спрашивал его лично. Если он захочет что-то сделать, он скажет мне, и я это приму. Помните, когда Хабиб проводил лагерь Гэджи, он начал добавлять в свой арсенал фронткики в корпус. Мы увидели их в поединке. Добавлял ли в этом кемпе что-то новое Ислам? Нет, он не добавлял ничего нового, он просто стал лучше во всем, что он делает. Он в лучшей форме, что я когда-либо видел. Если все пройдет так, как мы ожидаем, он покажет очень впечатляющее выступление. Он, как-никак, первый номер pound for pound. В этом лагере он потрясал кого-то левым хайкиком, как с Волкановски? Он очень осторожно бьет хайкики в спаррингах. Если нога доходит, он в последний момент оттягивает ее. Ислам из тех, кто бережет спарринг-партнеров. Я не скажу, что у Ислама выросла сила удара, но у него улучшились тайминг и эффективность. В итоге получается, что даже если он не бьет на силу, удар получается очень тяжелым, потому что точность стала лучше. Так что в некотором смысле он не стал бить сильнее, но в некотором стал.
Учитывая, что Дастин считается лучшим боксером этого дивизиона, у вас не было желания позвать в зал чистых боксеров мирового класса, скажем, чемпионов мира? No, because we don't need them. You know, we don't need anybody. Нет, они нам не нужны. Нам никто не нужен. У нас есть Усман, чемпион Беллатор. На мой взгляд, как ударник, он сильнее Дастина. У нас есть Зайнуков, двукратный чемпион мира по муай-тай. Он тоже как ударник сильнее Дастина. У нас есть еще Амру Магомедов, чемпион UAE Warriors. Он невероятный боец. Так что у Ислама потрясающий спарринг-партнер, ему больше никто не нужен. Если честно, и в чистом боксе я считаю, что Ислам определенно может побить Дастина. Недаром я говорю, что Ислам самый универсальный боец, которого я тренировал. Он умеет все. Он хорош везде. Хорош психологически, хорош в боксе, муай-тай, борьбе, дзюдо, самбо, джиу-джитсу. Скажите мне, в чем он не хорош? Если говорить об Амру Магомедове, вы были первым, кто обратил на него большое внимание, сказали на серьезную аудиторию о нем. Насколько он сейчас готов к большим делам? Yes, Amru is ready for big things. He is 100%. Он готов к большим делам, 100% готов. В июле у него будет защита пояса в UAE, а дальше я ожидаю, что мы скоро увидим его в больших промоушенах, очень скоро. У меня большие ожидания от него. По навыкам Амру похож на Ислама, Усмана и Умара, не на Хабиба. Хотя стиль его немного отличается от них, но он хорош везде, как и все новое поколение из зала Хабиба. Дастин Порье постоянно угрожает соперникам гильотиной. Вы хоть раз видели, чтобы Ислама кто-то ловил в этот прием? Нет. Хабиба и Ислама очень тяжело поймать на прием. Я никогда не видел, чтобы они стучали. Хабиб точно не стучал, и Ислам тоже, я лично не видел. Они на самом деле на самом-самом высоком уровне. А Хабиб случайно в этом кемпе не пробовал накинуть Исламу гильотину, проверить его? Хабиб в этом кемпе очень мало боролся с Исламом. В основном он что-то объяснял ему как тренер. В этом кемпе как тренер он очень многое дал Исламу, что меня очень радует. Моя роль больше менторская, а всей тренерской работой рулит Хабиб. Он говорит какие-то речи перед командой, и даже в стойке сейчас он их натаскивает. Я очень рад видеть его еще и тренером по ударке. И всем этим ударным аспектам он учит идеально по технике, по идее, по ментальности. Я рад, что такой выдающийся боец стал серьезным тренером. У меня была улыбка восхищения, когда он разъяснял все эти тонкости в ударке. Я бы не сказал, что его знания ударки достигли его знаний в борьбе. Там у него понимание вообще на запредельном уровне. Но и в ударке он уже на очень хорошем уровне. Может быть, поделитесь каким-то примером совета от Хабиба в ударке? That impressed you? No, I don't want to. Нет, я бы не хотел. Эти знания мы держим при себе. Но он впечатлил меня в этом. He impressed me. Вы много раз говорили, что Ислам был единственным, кто выигрывал раунды у Хабиба. Можем ли мы сейчас сказать, что Усман Нурмагомедов единственный, кто выигрывает раунды у Ислама? I haven't seen it. Not yet. Я пока такого не видел. Пока не видел. И если брать конкретно этот кемп, надо понимать, что Усман не преследует цели побить Ислама. Он копирует Дастина. Он не показывает самого себя в лучшем виде. Оба брата, Умар и Усман Нурмагомедов, не проиграли ни одного раунда в карьере. Но ваша команда считает самым талантливым именно Усмана. В чем он превосходит брата? В движении, рефлексах? Well, it's not an Umar. I consider him more talented than anybody I've ever trained. Я считаю Усмана талантливее не конкретно Умара, а талантливее вообще всех бойцов, которых я когда-либо тренировал. Потому что у него врожденное движение, которое я называю матрицей. Он делает вещи, которым бы я не смог научить. Это природные инстинкты, особенности. Именно природные. Он невероятен. Мне не нравится сравнивать его конкретно с Умаром. Я сравниваю со всеми, кого я тренировал. Усман умен, он просит у меня отдых, когда чувствует, что перегрузился. Кстати, и Умар в последнее время тоже начал просить. Он дает мне знать: «Тренер, у меня был тяжелый день. Нормально, если не приду сегодня?» Я уверен, скоро этот молодой орел станет еще одним чемпионом UFC из нашей команды. Я всегда это верил. Скоро мы это увидим. Он будет новым чемпионом UFC в легчайшем весе, новой большой звездой из Дагестана. Вот говоря о важности доверия между бойцом и тренером, я вспоминаю вашу историю про Люка Рокхольда. Вы уговаривали его как-то поработать над ведением боя на ближней дистанции, а он отказался, потому что был уверен в своей непобедимости. Да, была такая история. Он не захотел учиться драться на ближней дистанции, разучить грязный бокс, тайский клинч, вот такие вещи.
Люк был феноменальным атлетом, и когда он набирал форму, с ним было очень тяжело работать на длинной дистанции. Тяжело было подойти к нему. Я видел его спарринги, люди ничего не могли сделать с ним на дальней дистанции. Хочется поговорить о бое Хабиба с Порье в 2019 году. Помните, какой была атмосфера в раздевалке перед поединком? Я помню, что в тот день было супер-супер жарко. На улице и на арене невероятно жарко. Для меня это был особенный день, потому что я впервые работал в углу рядом с отцом Хабиба. Я, отец, Хабиб, мы были все вместе. Просто потрясающе, насколько эффективно мы делали тренерскую работу над его сыном, какая у нас была навигация. Мы были очень похожи с его отцом по менталитету, хотя подходы у нас отличались. Он был очень строгий, дисциплинарщик, а я работал посвободнее. Но ментальность боевая у нас была одинаковая, мы мыслили одинаково, поэтому тот день был особенным. Я помню, что Хабиб немного нервничал перед боем, это и понятно. Его отец впервые был с ним в углу с 2012 года. Только подумайте над промежутком, ведь бой с Дастином был спустя 7 лет. Я начал работать у Хабиба в углу с его третьего боя в UFC. Поначалу мы не проводили с ним много времени, потому что он прилетал в Америку только на 3 недели. Потом, когда он и его менеджер Али устроили дело так, что он стал проводить больше времени в Америке, по 2 месяца, его ударка сильно выросла, потому что у меня уже было много времени для работы с ним. И Хабиб никогда ни с кем не работал над ударкой, кроме как со мной. Да, есть видео, где он работает над ударкой с другими, но 95% ударной работы с ним делал я. И также помогал Пап Скарвалио. А те люди на видео — это просто кто держал ему лапы. Они не работали над его ударкой. Если бы Хабиб выступал все эти годы, не бросил, на каком уровне сейчас бы находилась его ударка? Он вполне мог бы быть уже лучшим ударником в своем весе, уничтожать людей только в стойке. В конце своей карьеры, когда он готовился к Гэджи, он уже бил всех ребят в зале в ударке. Он уже был на уровне профессионального боксера и кикбоксера. Именно вот в самом конце его карьеры. Вы упомянули, что в день боя с Порье была страшная жара в помещении. Хабиб жаловался по этому поводу? Возмущался? Ни разу. Он воин, он не жалуется, он никогда не жаловался. Но жара была безумная. Учитывая, что Абубакр сейчас не с вами, кто главный шутник в команде? Усман. И Ислам такой тихий шутник, коварный. Он недавно был на шоу DC Чела Сонена «Хороший парень, плохой парень» и сказал, что им нужно поменять название на «Толстый парень, плохой парень». The fat guy, the bad guy. В этом году исполнится уже 6 лет с боя Хабиб-Конор. Если вы сейчас встретите Конора лично, пожмете ему руку? Он вас называл, по-моему, толстым кикбоксером. Он называл меня толстозадым кикбоксером. Я не пожму ему руку, просто пройду мимо. Я не злюсь на него, но у меня нет к нему уважения. Если он извинится за слова об отце Хабиба «Ковид, добро, отец, зло», тогда я пожму ему руку. Мне не нужно находиться рядом с ним, ему не нужно заговаривать со мной. У меня свой взгляд на вещи, у него свой. Он любит создавать драму, чтобы привлечь внимание, а мне такое не нравится. В нем есть, конечно, какие-то хорошие качества, он иногда показывал сердечность, но по большей части, так скажем, я не его фанат. А Хабиб, как думаете, пожал бы ему руку? No. В России многие видят в Армане Царукяне главную угрозу Исламу Махачу в этом весе. В вашей команде чувствуется, что Царукян несет что-то особенное? Мы не думаем о нем как о главной угрозе, мы вообще не говорим о нем. Мы просто рассматриваем его как человека, с которым Исламу предстоит подраться. Ислам хочет с ним подраться, чтобы зачистить дивизион. Но мы не говорим об Армане. Ислам вообще такой боец, он не говорит о соперниках. Мы не только об Армане не говорим, мы ни о ком не говорим. Нет такого, что ребята обсуждают в зале. Вот этот сказал то, этот сказал это. Эти люди профессионалы, им нужно тренироваться, есть, спать, и затем все повторять по новой. Арман – хороший талант, но Ислам – первый номер pound for pound. I believe Islam's best pound for pound number one. Ислам и Генри Сихуда недавно общались на подкасте и пришли к мнению, что Хабиб побил бы Израиля Адесанью. А как бы выступил Ислам сам в среднем весе? Мог бы он побить Дрикуса Дюплеси, чемпиона?
Ислам мог бы его побить, конечно. Хабиб 100% мог бы. У Хабиба были данные, чтобы взять пояса в трех весах. Легком, полусреднем и среднем. В полутяжелом не знаю, но он точно дал бы тяжелый бой всем этим ребятам, если бы вообще не побил их всех. Мы же не говорим в лице Хабиба о каком-то обычном человеке. Это особенный атлет с медвежьей силой и огромной ментальной мощью. Не было ни одного препятствия, которое бы Хабиб не снес, если бы ему это нужно было. Некоторые люди считают, что подбородок Ислама – слабое место. Вы когда-нибудь видели, чтобы он закачивал его? Например, поднимал блин на полотенце, как это делают боксеры? Нет, он никогда такого не делал. Ислама роняли один раз, но это может случиться с любым. Ислам не пытается как-то закачать шею или челюсть, он никогда не говорил на эту тему. Он делает упражнения на развитие всего тела. Ничего конкретного на шею и подбородок. Каким видите бой против Дастина Порье 1 июня? Мне не нравится делать прогноз на финиш в конкретном раунде, но я, пожалуй, сделаю прогноз на то, что будет доминация. Мы будем доминировать в каждом раунде. Если он встанет, мы опять переведем его. Если нужно будет драться в стойке, будем драться. Мы будем доминировать в каждом раунде. Сейчас в наших руках лучшая версия Ислама Махачева. Я, Сайфулла, Хабиб, тренер Магомед, мы все хорошо подготовили его. И 1 июня мы ждем доминацию.